Сегодняшнее событие важно не только для церковного мира. Этих фресок искусствоведы ждали почти 40 лет. Восстанавливать работы известных русских живописцев 17 века Гурия Никитина и Силы Савина было сложно. Без помощи федеральных музеев работу не потянули бы. Только за последние два года потратить на реставрацию пришлось 16 миллионов рублей. Это 610 квадратных метров. И я хочу вам сказать, что помимо того, что были сняты поздние записи, укреплены записи 17 века, сделаны тонировки, еще и очень сложный процесс закрепления, антисептики. Это специальные термины, но это очень непростая, дорогостоящая, тяжелая работа. В 19 веке поверх уже готовых фресок Никитина нарисовали новые, причем в других тонах. Только вот оказалось, что перерисованные работы еще и с недочетами. Здесь, к примеру, перепутали местами имена черниговских князей. И таких ляпов реставраторы выявили предостаточно. Вот у нас вот на той стороне грани нижняя композиция, там у великомученики. Они, надпись верхняя вообще не сохранилась, именнословные надписи. То есть мы видим, что это великомученики, но какие, кто, мы не знаем. Когда мы раскрываем снимаем позднюю живопись, раскрываем древнюю, мы видим, что там Федор и там Иоанн. За десятки лет восстановления стен даже способы реставрации успели поменяться. Методы, которые были популярны в советское время, сейчас признаны неэффективными. А зря. Реставраторы уверяют, те первые восстановленные 40 лет назад фрески и сегодня смотрятся как новые. Теперь собор выглядит так, как выглядел в 17 веке. Гурий Никитин, один из лучших церковных живописцев, писал сюжеты, знакомые даже тем, кто от церкви далек. Здесь и Нагорная проповедь, и Тайная вечеря. Написаны они в особом, неповторимом стиле. Вот какие-то детали, драпировка, она настолько вся закрученная. Она вот, она воздушная, она какая-то динамичная, она какая-то такая вот, она не плоская, она объемная. То есть это вот именно относится больше к этим вот станковым росписям. И художник, который владеет вот этой вот, ну как можно сказать, миниатюрой в монументальной живописи. Но даже теперь, когда собор восстановлен, покой реставраторам только снится. За древними работами нужен постоянный уход. А значит, до конца реставрация никогда не закончится. Валерия Саенко, Константин Миронов, 6-й канал.